13. Зареченские подростки демонстрируют свою физическую подготовку. Школьные сборные вступили в борьбу за право выйти в финал областной военно-тактической игры «Сурский рубеж». В течение всего года, ежемесячно, у нас один раз в месяц, будет проходить один из этапов этой игры. Сегодня мы проводим первый этап, который называется физической подготовкой. Юноши выполняли комплексное силовое упражнение. Девушки должны были за одну минуту сделать как можно больше сгибаний и разгибаний туловища и отжиманий. Третьей частью этапа физическая подготовка стал бег на 100 метров. Общекомандный результат зависит от индивидуальных действий каждого участника соревнований. Поэтому ребята старались показать все, на что способны. Сырский рубеж – это очень серьезное мероприятие. И я думаю, показать свои навыки и свои умения на полную катушку, показать себя. Конечно, я бы хотел, чтобы мы заняли первое место. В программу муниципального этапа игры «Сурский рубеж» входит 7 испытаний. Творческий конкурс, историческая викторина «Защитник Отечества», физическая и огневая подготовка, стрелковый рубеж, строевой смотр и военно-тактическая игра на местности «Разведрейд». Следующие этапы соревнования запланированы на середину декабря. В следующем месяце, конкретно 17 декабря, у нас пройдет два этапа этого конкурса, этой игры. Это стрелковый рубеж и огневая подготовка. Будет проходить это, ребята сейчас уже готовятся, будет там сборка-разборка автомата, стрельба. По итогам всех испытаний определится команда-победитель муниципального этапа военно-тактической игры. А также будет сформирована сборная, которая представит Заречный в финале соревнований. Сурский рубеж проводится в Пензенской области во второй раз. В первой игре наша команда среди 33 команд региона стала 15-й. Александр Абаимов, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».